Всем привет! У нас игрулька, прикольная игра, называется «Короче, Factory». Короче, слушай, что ее сделали русский, но почему-то она на английском языке. Необычная игра, скажу вам я вам. Такого я еще не встречал. Суть этой игры в чем? Чтобы убивать людей. То есть у нас есть персонаж, это игра аркада, логическая, мы должны здесь мыслить. Но как в обычных аркадах, что там нужно делать? Перед нами уровень, нам нужно сначала дойти до конца и провести человечка. Здесь почти то же самое, но здесь нужно в конце убить человечка. Let's go! Слушаем музончик! Все для вас, даже музыку не выключаю. Пух! Суть в том, видите, что нужно прыгать на шипы и убивать. Само собой, там уровни будут сложнее и сложнее. Let's go! Музыка уматная. Так, стоп, подожди, прикольная игра, реально прикольная, необычная. Так, его можно уже убивать. То есть, оп, 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 оп. Вначале, как всегда, легко. Опа, молодцы. Музыка уматная, офигенная музыка. Вот то, вот то. А, понятно. Да, хотя подождите. Немножко непонятно. Ну-ка еще. А что проблема-то? А вот это уже интересно, смотрите. Так, ну то понятно, что его нужно поставить, да, на кнопку. А как дальше-то? Сейчас, секунду, сейчас проверим. Нет, туда он не упадет. Вот она началась, логика. Видите, тяжело сразу стало. Ну-ка еще раз. Сюда можно встать. А зачем сюда вставать? Рестарт. Ха-ха-ха! Не так все просто. А дальше как? Блин, помогите. Я сюда поставлю, я не залезу. Прям супер план. Смотрите. Ой, господи, за что? Да шо, засранцы, а? Все понятно, да. Вот не зря я в прошлый раз вам показал камень. Все, я понял. То есть одного, по идее, мы ставим сюда, а на второго должен упасть камень. Вот как мы должны пройти. А я не сразу додумался, вот реально не сразу, по идее, смотрите. То есть тогда получится, сейчас я нажму на кнопку, упадет вверху синий, и на меня камень упадет. Сложно был раунд, я вам честно скажу, сложно. Просто я думал о том, что нужно постоянно идти к финишу. Нет, можно друг друга убивать. Так, ага. Ага. Опять, да, что-то интересное у нас. Ну-ка, а что мы можем сделать с камнем? Ну-ка, он долго летит? Пу! Быстро летит.
А в чем проблема поставить камень и вдвоем убиться? Не понимаю. Здесь проблемы вроде нету, да? Так. Окей, желтая кнопка это что? Это электричество? Что-то новенькое. Не, молодцы, игра мне нравится, отличная игра. Всего лишь 25 левела, смотрите. Опа, опа. Так, окей, нам нужно подняться вверх. Ну пошлите вверх. И нам нужно еще сделать... Нам, получается, нужно и врубить электричество, чтобы убить друг друга. Или просто сделать... Вот так вот. Ну-ка, подождите. Вот так вот. Потом я... Так, подождите. Вот так? Да и господи, я управление путаю. Так, еще раз. Да господи Иисусе, реально управление сложное. Еще раз. Так, давай, вот сюда иди. Вот так. Опа. Так, прыгать на это. Вот так, по идее, я понимаю, да? Да. Ага. Стак. Что такое стак? Подождите. Внизу написано стак. И что это значит стак? Так. Так, дошло. Ну-ка, подождите, попробуем еще раз. Вот так. Потом один поднимается, да, по идее. Потом, опа. Мы давим его вот так. И по идее я могу на себя уронить. Let's go! Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. О, X. О, я говорю, две кнопки, да, всего лишь две кнопки. То есть, не две кнопки, а получается у нас управление идет стрелками, да, и две кнопки активны, это прыжок и стрельба. Ага, прикольно. Так теперь я обратно не вернусь, да? Интересно, интересно. То есть нам получается... А мы можем стрелять в другие стороны? Не, мы можем только прямо стрелять. А, все понятно. Так, все, let's go. Прыг, прыг, прыг. По идее так, потом берем... Опа! Опа! Потом пил-пил-пил-пил, и опа. Профит. Так, 9-й левел. Не, хорошая игра, ее надо проходить на спидран, вот реально. Let's go сюда. Потом ты, братюня. Ты, братюня, да? А ты сюда не залезешь, окей. Ясно, ясно. По идее, мы ставим его сюда. А вот этот будет стрелять, правильно, я думаю? Опс. Да. Фукс. Да. Оп, оп. Так, что у нас здесь такое? О, пружина. И чё? Так, ага, непонятно. А это что такое? Что такое вообще? Это пружина такая. А, ну-ка подождите, прикольно. Так, мы убьем его. Не, его надо было... Ну-ка, еще раз, подожди, так. Сначала нужно убить одного нам. Одного убить. А, его я должен оставить здесь вот, правильно? Это пойдет сюда вот, возьмет оружие. И стрельнет. Но как он убьет себя, я не могу понять. Непонятно, ну-ка, подождите. Как убить себя?
как? О, он сам мог запрыгнуть, да? Еще раз, давай, так. А зачем внизу камень? Подождите, непонятно. Вообще непонятно. Все, let's go, дошло. Так, один идет сюда вот на кнопочку, потом другой берет пистолет. Опа, опа. И стреляет много-много-много раз. Все, профит. Изи-бризи. Окей, так, оружие у нас здесь есть. Мы можем поставить на кнопку, да? Ага, ну-ка, опа, опа. Пукс. Профит. А, она быстро еще едет. Блин, нечестно. Хм. Тогда, по идее, нужно очень быстро все это сделать. Давай, чувак. Так. У-ху! Да. Нормально, нормально. Здесь тоже получается на скорость. Шатау. Блин, не в ту сторону стреляешь, дебил. Так, поворачиваемся. Нет. Еще раз. Берем, поворачиваемся. Потом берем, поворачиваемся. Он все время не в ту сторону смотрит, дебил. Ладно, еще раз. Так. Прыжок, прыжок, прыжок. Потом. Опа, прыжок. Ха-ха-ха, ну что такое? Фух, нет, эта миссия посложнее, чем кажется. Здесь вообще такая скорость нужна на сжатие, нереально. Сейчас у меня получилось, давайте еще раз попробуем сделать. Так, во-первых, я беру за каждого оружие. О, все, успел. Ну, реально, не с первого раза получается. То есть, они постоянно повернуты в разные стороны. То есть, не получается, что одновременно повернуты, чтобы было. Так, ну, let's go. Дальше, прыжок, прыжок. Так, что такое за говно? Коричневая. Непонятно, пистолетик. Ага. Значит, один пойдет с пистолетом, да? Ну, дай пройти, дебил. Пистолетом пойдет сюда, а вот этот дебил пойдет сюда. Так, там у нас есть камень еще. Ну-ка, подождите. Опа. А какой смысл? Так, я могу убить себя и могу убить этого дебила. А-а-а. А, это было бы жестко, он должен был бы отойти, да? Ладно, еще раз, let's go. А, можно попробовать сделать таким образом. То есть камень просто поставить, да, булыжник? Залезть и убить их по очереди. И все, и профит, по идее. А, еще надо успеть прыгнуть, да? Фу! Фу! Изи! А, так здесь вообще трое. Да вы что, гоните? Офигеть. То есть надо всех троих убить. Ну за что? Фух, так, если я все правильно сделал, то сейчас должно получиться у меня. О! Изи-бризи, изи-бризи, да-да-да-да, о, изи-бризи. Прыжок, да? What? What the fuck? И все, что ли? А, то есть я должен их выставить. О-о-о-о! Да, это неплохо. Опять на скорость тупую. Да вы что, издеваетесь? Не, они издеваются.
Тан-тан-тан-да. Ну все, я уже прошел 17 уровней из 25, я сам по себе уже закончил. А вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, всем пока.